Это первая площадка в вашем городе. Она какого формата? Пятая в России. Это две в Воронежской области, две в Краснодарском крае. Набор турников, просто сейчас это стало называться модно, варкал. Старшее поколение меня поймет. В каждом дворе стоял турник, в каждом частном доме стоял турник. Мы эти площадки ставим за средства частных инвесторов, ребят. Это спортсмены, это кинозвезды, это Сергей Николаевич Бадюк курирует эту систему вот нашу, это его разработка лично. И когда будете на площадке, прошу обратить внимание, каждый турник имеет свой диаметр. Разрабатывали эту площадку, в том числе ребята-профессионалы. Поставить площадку одно, наполнить ее самое главное. Сейчас видите, время у нас с вами 11 часов утра, она заполнена. Это самый главный показатель. Завтра будет открытие, будет выступление коллективов, обещал приехать Саша Федоров, показать, как может расти мужчина, до какого состояния, до какого не надо. Это ребята планируют выступить воркаутчики, едут ребята из Феодосии, Джанкоя, Севастополя. Маленькими делами строится большая страна.